Мама, папа, я. Минувшее воскресенье на базе спортшколы Олимпийского резерва номер 2 спортивные семьи Чувашии соревновались в лыжных гонках за призы главы региона Михаила Игнатьева. В отличие от других массовых лыжных стартов, в соревнованиях участвовали мамы, папы и дети разного возраста. На лыжню вышли 53 семьи. Самым младшим участникам было 2,5 и 3 года. Да здравствует спортивная Чувашия! Да здравствуют спортивные жители Чувашской республики! Вы молодцы! Так держать! Такие соревнования среди спортивных семей проходят в Чувашии уже 7-й год подряд. Победители определяли в 5 группах в зависимости от количества детей и их возраста. Самыми быстрыми в своих номинациях оказались Ефремовы из Бресенского района, семья Леонтьевых из Чебоксар, семья Смирновых из Аликовского района, Суракины из Канаша и Егоровы из Канашского района.